Я ехала к бабушке в автобусе, и пассажир успел закричать водителю автобуса «Стой!». И эта фура пронеслась буквально в метре от нас. Ну, меня, если честно, до сих пор очень сильно трусит. Вот, он кричит просто «Стой!». Эта фура проносится, цепляет Ланос, переворачивается, падает на такси, и у него, получается, крышка задняя, так поняла, отлетела в кабину другого. другой грузовой машины. Вот, я просто, ну, отправляла маме видео, то, что со мной все нормально, потому что позвонили сразу маме, сказали, вот, отправляла маме видео, что со мной, все нормально. Вот, я немножко заговариваюсь, потому что на самом деле очень страшно. Я понимаю то, что если бы не этот мужчина, который закричал «Стой!» водителю, он бы просто снес бы и автобус вместе со всеми людьми, которые там были. Просто обидно то, что пострадали невинные люди, а водитель этой фуры остался живой. Он просто вышел и, ну, как ни в чем не бывало. Понятно, что его трусило, потому что, я думаю, теперь с таким жить ему будет очень сложно. Вот, но на водителя, который летел на красный, нету ни одной царапины. Ёбаный в рот. Ебать! Бля, там же люди, сука.